теперь посмотрим на канонический способ, как это было сделать. Значит, первая заповедь, мы нарушили Даву, которая говорит, что данные надо хранить в столбцах, поэтому, значит, давайте сначала поместим данные в столбцы. То есть, как правильно было отмечено, нам надо просто транспонировать исходный набор данных. То есть, мы возьмем данные и транспонируем их. Я, правда, не уверен, что операция транспонирования работает. То есть, операция... Давайте я еще раз скажу, какие бывают вообще объекты, и заодно, чем матрица отличается от датафрейма. Давайте такое маленькое отступление здесь. Значит, бывает вектор. Значит, бывает вектор. Бывает табличка с данными, датафрейм. На самом деле их очень много. Я, конечно, привожу какую-то малую часть. Но, тем не менее, бывает... Формула. Мы с формулой уже работали, когда оценивали методом наименьших квадратов. Бывает матрица. Бывает список. И так далее. Соответственно, вот чем отличаются два похожих очень объекта? Это матрица и табличка с данными. Отличие у них очень простое. Матрица — это какой-то объект размера там, n на k, где стоят... где стоят элементы одинакового класса. Ну, там, скажем, все числа. Вот матрица n на k, и в ней все числа. Или в ней там все там true, false. Там. Или в этой матрице n на k там все строки. Окей? Все текстовые объекты. А в DataFrame... Там могут быть столбики разных типов. Вот если сравнивать два объекта DataFrame и Matrix, то они очень похожи, оба двумерные, но в DataFrame один столбец может быть числа, а другой столбец может быть, ну там, я не знаю, скажем, true-false, а третий столбец может быть текстовые там, названия городов или там, фамилии людей. То есть в одном столбе числа, в другом true-false, в третьем текст. И так далее. Окей? Понятно отличие DataFrame от Matrix. Так и то, двумерный объект. Ну, на матрицах задано, например, умножение матриц. Матричное умножение такое каноническое, как в линейной алгебре. Вот. Соответственно, первое действие, которое нам надо сделать, по-хорошему транспонировать. Ну, давайте попробуем транспонировать и посмотреть, что у нас произойдет. Я не уверен, ну, еще раз говорю, что некоторые операции, они требуют для себя какого-то желаемого формата. То есть вот я точно знаю, что транспонирование работает на матрицах. Я не уверен, что оно работает на датафреймах. Ну, давайте рискнем сделать напрямую на датафрейме, посмотрим. Значит, способ 2. Способ 2 через длинных и широких крокодилов. Значит, да, такой размер шрифта нормально? Видно, нет? Хорошо. Значит, дата, давайте, 2. Попробуем просто транспонировать нашу табличку с данными. О, получилось все отлично. Давайте посмотрим. Вот у нас есть дата 2. Это тоже самая дата, только транспонированная. C — это транспонирование. Еще раз я напомню, что можно было писать в таком вот... в старом синтаксисе, а можно было с таким же успехом писать в новом синтаксисе, писать типа data 2 равняется к данным навесить операцию транспонирования. То есть можно вот так написать, ну или скобочки тут поставить для наглядности, подчеркнув, что это функция. Да, t — это транспонирование. То есть еще раз, можно, например, вот так написать, к данным применить операцию транспонирования. Ну, давайте я лучше поставлю маску. Вы скажите, что лучше вот так писать, а значит, напишите в скобочках. Нет, не всегда. Просто у нас не было пока длинных операций. А для коротких операций, да, я предпочитаю в скобочках написать. Но если цепочка из нескольких, то тогда так, то предпочитаю писать. Какая должна быть библиотека, чтобы он этот значок с процентами распознавал? Нет, нет. А то он мне пишет, что он его не находит. Да, блин. А, так ты странно на меня установил. А ты ее подключила? То есть ты нажал Ctrl-Enter на команде library deplay? Что сделаю? То есть она у тебя установлена, это еще ничего не говорит. Это просто она скачет на жесткий диск, но может быть R не активировал ее, не начал использовать. А он мне всегда пишет, что следующий объект скрытый от крекера. Ну, это хорошо. Сейчас.
прям мистика будет. Ну, это важно. То же самое. Я уже несколько раз. А ты не в ту сторону. Посмотри, как у меня и как у тебя. Такого действительно нет. Так, хорошо. Значит, есть дата 2. Давайте посмотрим на дату 2. Значит, давайте посмотрим на дату 2. И теперь посмотрим, какие нам операции надо сделать, и сделаем их гораздо, может быть, быстрее. Вот, у нас есть... да, вот дата 2 такой вполне себе приятный. Да? Значит, давайте посмотрим glimpse дата 2. У нас всего 86 переменных, да? Да, 86 переменных, 360 наблюдений, вот оно стало вполне приличной. Работаем, да? Значит, смотрите, что нам надо сделать? Глимпс, а посмотри на результаты, и ты сама скажешь, давай, Ир. Что? Чем отличается от STR? Отличается следующим. В принципе, по объему выводимой информации практически не отличается. STR подходит для любых объектов. STR выдает структуру объекта, даже если это какой-то страшный список списков, где в каждом списке список датафреймов чего-нибудь, STR сработает, а Glimpse в такой ситуации не сработает. Glimpse, он в более приятном виде выводит информацию о табличках с данными. То есть, в принципе, для табличек с данными они делают примерно одно и то же, что STR, что Glimpse. Но Glimpse, он более компактненько выведет информацию о датафрейме. А так можно использовать STR для этих целей. Что? Что это за лайбрери? Где? Ну, это Glimpse. Glimpse? Деплир. Смотри, есть же еще такая штука, как help. Вот если мы нажмем знак вопроса Glimpse, да? Вот смотри. То вот если ты нажмешь знак вопроса Glimpse, ну, по поводу любой команды, то, соответственно, вот здесь вот в фигурных скобочках будет деплир, это там, где она живет. Понятно, да? Ну и какое-то еще и описание. Ну, тем не менее. Вот, тут так и написано. It's a little like STR. Applied to a data frame. But it tries to show you as much data as possible. Вот. А так, Ир, ты абсолютно права, прям зришь в корень, что очень похоже на STR. Окей? Ну что, поехали дальше? Может, мы из первой строчки хедеры сразу сделаем, раз уж пошли путем правильным. Из первой строчки сделаем... Да, там какие-то хедеры есть, V1, V2. Первую строчку надо вообще удалить, она нам не нужна. Первая строчка вообще не нужна, согласны? Вернее, первая переменная. Соответственно, давайте напишем, мы уберем эту переменную, да? Это же теперь у нас переменная, а нет, это переменная теперь, да, это variable, да, это столбик. Да? Сейчас мы помним, что у нас теперь все правильно, у нас переменная, это столбик. Значит, первый столбик можно удалить. Давайте напишем, я по шагам буду делать, data 3 равняется select data 2, и из даты 2 я должен удалить первый столбик, то есть минус V1. Вот тут вот видно, как называются столбики наши. Первый столбик называется V1, второй столбик называется V2, третий V3 и так далее. Вот я удалю столбик V1, это абсолютно верное замечание. Так, почему? Почему? Потому что у меня какой-то другой... Почему? Интересно. Сейчас, погодите, не должно быть так. Потому что у меня транспонирование действительно работает. Вот я тут попал поначалу с чтением данных в некий конфликт типов. У меня дата 2 — это что? Это у меня матрица, это у меня не дата фрейм. Видите, как все сложно. Смотрите, вот я посмотрел структуру дата 2. Дата 2 — это у меня, оказывается, не дата фрейм. Тут, видите, нету дата фрейма. Это такая матрица. А команда select, она работает, говорит, мне подавай только data frame. Вот, поэтому нам сначала надо сделать из нашей матрицы, сделаем data frame, а потом уже нам будет счастье. Да? Значит, вот так вот мы пока посмотрим.
дата пусть будет. Да, давайте я их пока буду нумеровать. Может быть, это не самый лучший способ, но, по крайней мере, зато будет по шагам и понятно. Значит, дата free, давайте я напишу s data frame, data 2. Вот. И теперь у меня зато будет работать. Зато у меня все будет работать str data free. Вот он у меня уже. Вот у меня уже приличный. А можно еще раз пояснить, что там будет sdataframe? Что оно делает? Смотри, объекты бывают разных. То есть с точки зрения конечного пользователя, да мне как-то это плевать, как оно там хранится. Но вот для программирования это бывает важно. Что вот бывает объект типа матрица, бывает объект типа табличка с данными. Окей? Отличие принципиальное между ними какое? Что вот матрица, в ней могут быть все элементы, они должны принадлежать одному классу. Ну, например, все числа. Окей? Или там все true-false, или все текстовые. Окей? А в data frame может быть первый столбик — это фамилии людей, второй столбик — это их там результат по эконометрике, третий столбик — это хотят ли они участвовать в true-false, там, в кружке по вышиванию крестиком. Okay. Вот. И, соответственно, некоторые функции всеядные, и она функции говорит, да мне все равно, подсуньте мне что-нибудь квадратное, я этот, или там прямоугольное, я это транспонирую. Вот функция t, она, видишь, всеядная. Она говорит, дайте мне прямоугольное, и я это переверну. А вот функция select, она говорит, не, мне, пожалуйста, только data frame, потому что в data frame обязательно есть имена. У столбиков, столбики там могут быть разных типов, поэтому там, я говорю, с матрицами не работаю. Окей? Okay? Вот, она такая обидчивая, select. Она говорит, не, вот вы как хотите, я только с data frame. И, соответственно, что мы сделали? Мы взяли вот это data 2, которое на самом деле было матрицей. Мы видели это вот в str data 2, там не было. И, соответственно, мы превратили в data frame. Что у нее изменилось? У нее там разные типы появились или что? Чем здесь отличается? Содержимое никак не поменялось. То есть там есть какой-нибудь пятый элемент с координатами 5-6, он как остался, так и остался. Но теперь появилась возможность задавать разные типы у колонок. А до этого? А до этого нельзя. До этого оно только все целочистые. Да, а что это за Надо это я указал, просто select, ну, из-за того, что я так не всегда перезапускаю RStudio, и я, поскольку работаю, ну, достаточно активно в R, то поэтому я использую много пакетов, и на моем компьютере у меня самая частая беда, ну, поскольку у меня есть некий опыт работы, то у меня таких синтаксических ошибок много, я там уже скобки закрываю, как правило. Вот. И у меня самая частая ошибка, с которой я сталкиваюсь, это когда я использую разные пакеты, и несколько разных пакетов начинают использовать функцию с одним именем, будь здорова. Понимаешь? И вот, например, имя select, оно слишком популярное. Многие пакеты, они говорят, а вот у меня есть функция select, и другой пакет говорит, а у меня есть функция select. И я предпочитаю использовать select из пакета dplyr, но иногда бывает, что я какой-то другой пакет переопределить, и это вот инструкция компьютеру использовать команду select именно из пакета dplyr. Окей? Ну, то есть, для меня это самая распространенная проблема, а у кого-то тут вот зарядка включилась. Вот, поэтому я указал, что надо select использовать из пакета dplyr. Но это было совершенно не обязательно. Проблема была не в этом. Проблема была в том, что, соответственно, у нас просто команда select требовала data frame, а у нас была матрица. Добро? Я хочу задать вопрос. Четное число. Нет, хочешь, давай, задавай. Вот. До этого мы говорили о том, что мы транспонируем дату. Да. То есть у нас до этого они должны были быть variables по срокам, правильно? Да. А сейчас по столбцам. Почему мы сейчас получили data frame, открываем его и variables опять по столбцам? Нет. Если ты откроешь его, там все поменялось. То есть если ты посмотришь, вот сюда кликнешь на data 4, то вот здесь вот у тебя идут наблюдения, вот 360 их стало
300, ну, давай посмотрим. Нет, поменялось все. Просто там числа, поскольку для нас они бессмысленны, нам Наталья оставила кукушонка, но если ты посмотришь enroll от data, ну, я не знаю, data 2, enroll от data просто, то вот здесь вот в data 2 360 строк, а в data 86. Просто из-за того, что там чиселки бессмысленные, мы не можем, ну, так визуально незаметно. Но нет, число строк и число столбцов поменялось, Серж. А почему, когда мы называем glimpse, то у нас все равно variable? А потому что иначе, дело в том, что место, это вопрос вывода результата. Дело в том, что вертикальное место на экране дешевле, чем горизонтальное. Ну, то есть, как бы вот принято, как, ну, вот, допустим, у тебя есть вордовский документ или какой-нибудь другой документ, ты его как пишешь? Ты его пишешь вправо или вниз? Вниз, да, вот у тебя есть ширина экрана, а вниз он может на 20 страниц идти, согласна? Если я пишу в блокноте, то будет вправо. Но все равно не слишком вправо. То есть, ну, и glimpse — это вопрос, то есть, когда мы написали glimpse data, ну, как бы он, да, их по строчкам писал, но это просто вопрос вывода на экран, чтобы, понимаешь, вправо было бы гораздо тяжелее листать, да, понимаешь? Это вопрос удобства. А так, нет, они все-таки строчки и столбики поменялись местами после операции Т. Ну что, мы готовы дальше? Да? Смотрите, что мы хотим сделать? Смотрите, сейчас я покажу, какую мы запустим, как это сказать, я не знаю, какой-нибудь игрушки компьютерной, типа там, там где там будет Mortal Kombat, это была бы комбо-серия, да, вот мы такой приемчик закрутим, правильно? Хорошо, давайте я на секунду, мне просто надо объяснить суть, чего я собираюсь сделать, поэтому я пока включу свет, и на секунду выключу компьютер. Смотрите, что я хочу сделать, какую хитрую штуку. У меня даже два пульта есть, могу с двух пультов показывать. Значит, смотрите, значит, Маша нашла одну штучку, это мы научились писать циклы. Итак, значит, у нас есть какая табличка? Вот у нас есть переменная 1, где идут ее числа, переменная 2, переменная 3. Проблема в том, что я не знаю, сколько, ну, то есть я сделаю вид, я хочу некую автоматическую процедуру, которая у меня не знает, сколько переменных. Вот тут я знаю, что их сколько? 85. Они со второй там. Вот, смотрите, как я поступлю. Я поступлю следующим образом. Первая операция. Всегда приятно, когда у вас постоянное число столбцов. Это очень приятно, это позволяет легко автоматизировать обработку данных. Постоянное число столбцов – это вот мечта. Соответственно, первое действие, которое я сделаю, это я вот эту широкую таблицу, вот эта широкая, я превращу в длинную. Я превращу в длинную по очень простому принципу. Вот здесь у меня будет условно название переменной, переменная, а вот здесь значение. То есть у меня будет сначала идти переменная v2, ну и тут значения какие-то, не знаю, как я их напишу. 5, 6, 7, 3, 4, 8, 9, 11, минус 2. У меня сначала будет идти v2. 5, 6, 7. Потом, когда начнем... Ой, v3, v4. Потом, когда начнется v3, у меня будет 3, 4, 8. Когда начнется V4, у меня там будет 9, 11. Окей? То есть первое действие, которое я сделаю, я превращу широкую таблицу в длинную. Понимаете? Второе действие, какое я сделаю, я, помните идею, что можно группировать по какому-то признаку? Я по переменной сделаю нарезку. Помните, мы говорили, что можно нарезать по какому-то столбику. Да. Я сделаю нарезку. То есть я сделаю нарезку. Вот так, хоп. 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 То есть это summarize, да? То есть я сделаю нарезку. После нарезки мы еще не придумали, как называется действие.
Но я посчитаю после нарезки, я посчитаю среднее для каждой нарезанной под таблицы, я посчитаю среднее и стандартное отклонение. Я получу, ну, мы пока используем консолидированный, да? Но мне все это консолидированный как-то вот не запоминается. Это же как бы метка. Выжатый. Выжатый. Или концентрированный. Самый сок. Вот Винни-Пух сказал бы, что здесь явно сгущенка, да? Ну, кстати. Да, вот. Выжмем, да, вот здесь вот сгущен, сгустим, нет, глагол. Сгустим. Вот. Соответственно, получим V2 среднее SD, V3 среднее SD, там V4 среднее ESD, и потом еще одна операция, это создание новой переменной. Мы создадим переменную, скажем, left и right. Вот. И сделаешь то же самое. Ну, то есть вот у нас такие этапы будут. На первом этапе мы, значит, из широкой таблицы сделаем длинную. Потом мы разрежем ее на подтаблички. Потом для каждой подтаблички мы посчитаем среднее стандартное отклонение. Получится маленькая табличка. А потом в этой маленькой табличке будем работать с маленькой табличкой. Окей? А почему мы можем изначально таблицы посчитать по столбцам стандартное отклонение и среднее? Зачем нарезать ее длинную? Ну, по V2, вот, по столбцам посчитать все эти параметры. Ну, ответ такой, что можем посчитать, ну как, либо надо писать, бежать циклом, можно бежать циклом, но просто мы всегда хотим на выходе иметь табличку, то есть всегда приятно работать с табличкой, у которой априори известно число столбцов. Вот основная вот философия, которую я хочу довести, что вот хорошо иметь табличка, табличка со столбцами, с известными столбцами, с известными, ну хорошо, с названными, вот, как сказать, вот табличка с фиксированным числом столбцов, это то, что мы хотим, с фиксированным числом столбцов, вот это хорошая штука, числом столбцов. Проблема в том здесь, что я априори не знаю, сколько у меня столбцов будет, это несколько неприятно, поэтому я всегда хочу работать чем-то, где число столбцов фиксировано. Это очень приятно. Нет, можно, конечно, пройти здесь циклом, посчитать для каждого столбика, задать. Циклом? Просто, например, функция та же SD, и да, указать, чтобы он по колонкам выдавал результат в виде, допустим, вектора там, длиной 86. Вектор стандартного отклонения, вектор средний, то есть два вектора. Имеется в виду, что вот в первом случае, если бы мы вот так вот сделали, нам бы пришлось закладывать, что у нас 86 столбцов, а вот то, что мы сделали, это можно запустить на любом массиве данных, да, она сама будет считать, как бы, да? Да. То есть нам не нужно уточнять, сколько столбцов. Нет, нам не нужно уточнять, сколько вот столбцов. Как... Нет, можно разными путями сделать. Я не говорю, что это особенность такая программирования, есть много путей, которые ведут к правильному ответу. Можно применить функцию, то есть в R есть такое понятие, как применить какую-то функцию по какому-то измерению. То есть можно, в принципе, применить функцию SD по столбикам. Есть такой вариант, что мы можем к объекту применить функцию SD по столбикам. Это вполне классный путь. Я его вовсе не отрицаю. Просто я хочу сказать, что вот это тоже некая магия универсальная. Потому что, ну... В данном случае, конечно, без разницы. Сейчас мы сделаем. А зовут как? Герман. Вот мы сделаем и третьим путем. Герман тоже классный путь. Мне он тоже нравится. У нас 20 минут. Что? У нас 20 минут. А у нас эти же пути быстрые, Ир. Это там мы цикл писали, Маша, Сушку. А сейчас это все быстро. Давай. Понятная идея, да, как мы делаем? Хорошо, давайте сделаем. Значит, сначала мы превратим нашу табличку в длинную. Да, то есть первый шаг, мы превращаем нашу табличку в длинную. То есть здесь все просто. Два других метода, когда все-таки данные по столбикам, Ир, гораздо приятнее и
Итак, у нас есть дата 4. Да? Значит, мы делаем дата long. Да? Мы пишем melt дата 4. Да, я думаю, что этого нам хватит. Melt дата 4. Я думаю, что оно... А нет, но ID. Значит, что у нас является... куб нормально, значит, давайте посмотрим на наш data long. Достигли ли мы цели? Да, мы достигли цели. Вот у нас, значит, что мы сделали? Команда melt из пакета reshape 2, мы взяли наш data 4 и потаили его. Вот получилось, что всего две переменных, variable и value. Ну, она просто предупредила, она сработала. Она предупредила, да, еще раз, вот это предупреждение о том, что у нас вообще не было, то есть, вообще говоря, функция melt, она позволяет выборочно сказать, что вот какую-то часть таблички надо сохранить, какие-то столбики, а уж не все прям таить вниз, но когда просто без аргументов, то она нам все потает, и это как раз то, что нам нужно. Окей? Добро? То есть, вот стало такое короткое, значит, наблюдений стало 30 600. Но зато переменных стало всего две. Одна переменная называется variable, а другая переменная называется value. Окей? То есть если посмотреть на нашу табличку, вот эту data long, да, вот data long, вот она такая длинная, да? Variable и value. Вот она идет, там идет, потом сменяется на v3. Окей? Хорошо, следующий шаг. Значит, мы берем data long. По просьбам трудящихся я применяю новый синтаксис. Что мы делаем сначала? Мы группируем почему? По какой переменной мы группируем? Нарезка будет идти по какой переменной? Громче. По переменной variable. Да? Дальше, что мы считаем? Это group by. Да, согласен, я не то написал. Group by variable. Потом мы пишем summarize, и здесь мы пишем, значит, мы должны посчитать среднее и стандартное отклонение, да? Значит, давайте мы напишем mean равняется mean от чего? От value narm равняется true, да? SD равняется standard deviation value NARM равняется true. Но мне кажется, что уже этого хватит. И куда поместить результат? Да? И результат надо поместить в табличку, как бы назвать-то? Outboarder, да, но outboarder у нас есть, надо как-то по-другому назвать. Как мы назовем? У нас outboarder уже есть. Давайте назовем outboarder 2, да? У меня с именами плохо. Вот, можно посмотреть на наш outboarder 2. Вот мы для каждой переменной посчитали среднее и стандартное отклонение. А теперь осталось посчитать левую и правую границу. А мы это могли сделать в шаге summarize только что? Сразу. Могли сюда дописать hop и дописать mutate. Следующий шаг. Mutate left равняется min минус 3 помножить. Могли. Конечно, в этом плюс нового синтаксиса. Только это не summarize была бы команда, потому что summarize это что надо считать от, ну какую групповую операцию надо делать над каждой маленькой табличкой. То есть это все-таки следующее действие. Могли вот так написать min плюс 3 помножить на sd и запустить такого вот монстрика. Вот, и здесь у нас, если мы кликаем на outboarder 2, у нас все готово. Давайте я обратно покажу.
Давайте еще раз. Что произошло? Я взял табличку data long. Можно было, кстати, написать data 4, melt, потом дык-дык-дык-дык-дык. Можно было вот прям новым синтаксисом прям подряд пойти. Я взял табличку, просто поскольку не все еще так, ну, то есть, чтобы просто избежать ошибок, может быть, в одну команду, как бы тут тяжелее ошибку искать, а так все нормально. Значит, взял длинные данные, сгруппировал по variable, для каждой маленькой таблички посчитал среднее, то есть это означает для каждой переменной, посчитал стандартное отклонение, все, получилась табличка. Дальше в ней создал новую переменную, команда mutate, новую переменную создал left и новую переменную создал right. Добро? Получилось? Вот, соответственно, если кристаллизовать, ну как бы, если бы у нас изначально были данные вот в правильном формате, что все-таки переменные по столбикам, то нам бы, конечно, не пришлось возиться с вот этим варварством типа транспонирования и s.frame. Вот, то есть, конечно, вот это был наш какой-то экспериментаторство, да, тут шло. Ну, по-хорошему, вот, давай обратно верну эту длинного страшного монстра. Значит, еще раз, сначала я переделал данные в длинный формат, потом сгруппировал, посчитал для каждой нарезанной таблички среднее и стандартное отклонение. Потом в новой табличке добавил left по формуле и right добавил по формуле. Что делать, если он не находит melt, вот эту функцию? Если не находит функцию melt, то функция melt живет в пакете reshape 2. Мы, собственно, даже с ggplot'ом не работали, у нас сегодня два пакета. Вот. И способ 3. Да? Способ 3 с применением sdmin по столбикам. Еще один способ. Герман, да? Да. Еще один способ, который предложил Герман, тоже вполне законный способ. Мне он как-то, ну то есть мое субъективное мнение, что лучше, когда у вас, вы вошли в какой-то класс объектов, вот data frame, и вы, у вас все data frame, это data frame, это data frame, это data frame. И вот этот способ с вот этой длинной широкой таблицей, он меня всегда оставляет с объектами класса data frame. Я никогда не выхожу из этого класса. То есть, data frame, когда я помелтил, data frame, когда я убрал какие-то там строки, стал цель data frame, когда я добавил переменный data frame, я вот всегда в этом классе. У меня все, табличка с данными. Вот. Может быть, этим способ удобен, поэтому я лично за второй, но третий тоже классный способ, сейчас мы его сделаем. Ир, нормально? Второй сделала? Сколько у нас времени осталось? Вот, видишь? Так что у нас способ Герман, у нас еще все хорошо. Нормально? Этот способ у всех получился? Даш? Хорошо, значит, второй способ. Герман сказал, что многие операции, типа там максимум, минимум, среднее, их можно считать в целом по объекту. Ну вот, например, если у меня есть какая-нибудь матрица, вот если давайте сделаем какую-нибудь матрицу, значит, в чем идея Германа, что сказал Герман? Давайте мы создадим какую-нибудь матрицу, ну давайте я просто создам матрицу случайных чисел. M это будет матрица. Ну тут я возьму 100 случайных чисел и сделаю из этого матрицу с, не знаю, там, с 20 строчками. Вот, то есть эта матрица размера, раз я заказал 100 нормально распределенных случайных чисел, то это матрица размера 20 на 5, правильно? Вот. И, соответственно, такие операции, которые работают над множеством объектов, ну, например, типа максимум, да, максимум m, это вот самое большое число в этой матрице. Или, например, среднее m, это, соответственно, среднее арифметическое от всех-всех чисел в этой матрице. Окей? Вот. Но эти операции можно попросить r, чтобы они выполнялись не для всей матрицы, а для, скажем, только по столбикам. То есть можно, есть функция apply,
которое, я точный синтаксис не помню, давайте я почитаю быстренько, я знаю, что это на apply. Вот, apply function over margins, то есть, соответственно, какой у нас формат, значит, надо применить на матрицу, на измерение и функцию. То есть, вот если я напишу apply m максимум и по первому измерению, как, нет, почему? А, наоборот, margin function потом, apply, вот так, вот. Вот это я применил, соответственно, Margin это, ну вот смотрите, вот есть у меня, сейчас, есть у меня матрица, я могу максимум считать по строкам, да? Могу максимум считать по столбикам, окей? Соответственно, margin, вот это что означает? Один, один это первое измерение это что у матрицы? Строки. Вот, соответственно, я считал apply по строкам, окей? Margin — это, соответственно, размерность, по которой я буду считать максимум. Да? А вот если я напишу apply m2 максимум, то это что будет означать? Да, то это будет означать, что я буду считать максимум по столбцам. Соответственно, у меня будет их всего 5. У меня всего 5 столбцов, поэтому тут вот будет всего 5 чисел. То есть вот это максимум... для всей матрицы это вот максимум по строкам по первой размерности, а это максимум по столбцам. Вот, соответственно, способ, который предложил Герман, следующий. Ну, начать надо с того же, то есть первое, что мы делаем. Ну, чтобы вот способы честно, как бы, чтобы они начинались с одного и того же, с дата, то как бы способ 3 тоже вот содержит вот эти строчки с... вот эту строчку содержит. Все-таки надо транспонировать, ну, чтобы способы начинались с одного и того же загруженного массивчика дата, а не с разных точек входа, чтобы просто можно было сравнивать трудоемкость каждого способа. Значит, получили матрицу. После этого мы можем создать... вектор стандартных, то есть пока помним, что дата 2 это матрица, да? Значит, у нас вот дата 2 это матрица. Вот, потом можно из него, наверное, сделать дата фрейм, то есть вот это я бы тоже скопировал пока что поначалу. То есть, ну, вот это начало, наверное, с отбором, наверное, оно общее, да? Вот оно общее у этих двух способов. Превратили в дата фрейм. Превратили матрицу в data frame и, соответственно, здесь удалили v1. Вот. А дальше можно действительно посчитать просто вектор стандартных отклонений. Соответственно, all, ну давайте напишем all sd, это будет apply data 4. Так, надо разобраться, по какому измерению, давайте вы подумайте, по какому измерению надо применить функцию SD. Сторонний пропорционал. Транспонировали сложного столбца, дальше пропорционал.